Вот такая вот пробка. Выезд на Пензу. Из-за ремонта путепровода в эту сторону стоит от Лукойла. Кое-как едем. И пробка со стороны, получается, Энгельс, ну, объездной дороги. Тоже километра 4, наверное, там пробка. У меня жена сейчас там стоит. Уже давно, почти час. Никак не могут сделать нормальную объездную. Объезд этого путепровода. Делали только одно кольцо, надо два. Внутреннее и наружное. Люди жарятся, парятся, умирают и стоят в пробке. Вот так вот. Долго мы можем ехать. До этого путепровода еще километра полтора, не меньше. Пробка начинается почти от Лукойла, от выезда из Саратова. Вот. Сзади, если зеркало посмотреть, плохо видно. Сзади, видите, все забито до самого Саратова. Ну и здесь тоже. Очень далеко все стоят. Так вот длится эта пробочка.